Правовые консультации от профсоюзов. Более сотни инспекторов труда сегодня окажут бесплатную юридическую помощь. Приемы пройдут во всех районных и областных центрах. К специалистам можно обратиться с любым вопросом. Только за первое полугодие юристы Федерации провели почти 80 тысяч консультаций. В большинстве своем на профсоюзные приемы граждане обращаются по вопросам трудовых отношений. Это касается приема увольнения гражданина, выплаты каких-то недоплаченных ему сумм, снятия дисциплинарных взысканий. Например, с учетом поэтапного повышения пенсионного возраста в этом году, граждане стали обращаться с вопросами, связанными с продлением с ними трудовых отношений. Кроме того, мы консультируем по вопросам жилищного законодательства и законодательства о пенсионном обеспечении. К слову, получить правовую помощь станет проще. На интернет-портале Федерации профсоюзов появился новый сервис. Здесь представлены юристы по всем регионам и отраслям. Достаточно указать свой район и сферу деятельности, а программа предложит кандидатуры инспекторов, которые могут помочь.